Еще раз всем привет, и опять очередной новый урок по базовым движениям будет состоять из нескольких движений. Итак, начинается оно с очень простого движения, называется ролл. Ролл с поддержкой. Ролл без поддержки – это просто кручение рукой. Ролл с поддержкой – это когда левая рука поддерживает правую. Все очень просто. Поддерживаем и идем. Правая рука идет сюда. Левая рука меняет свое положение. Правая внизу. Хоп. Получается круг. Окей. Следующее движение называется переход. Или с английского switch. Замена. Мы ставим левую руку вниз. И правой переходим внизу. Окей. И хватаемся за левую руку. Что позволяет нам перейти сюда. Еще раз. 3, 4. Раз. 2. Следующее движение. 3. Еще раз. 3, 4. Раз. 2. Третье движение – это то же самое, что и первое, только на левую руку. Правая здесь. Меняем. И делаем. Все очень просто. Дальше. Левую руку мы прячем за голову. Правой делаем круг. Левая здесь, спереди. Еще раз. 3, 4. Хоп, 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 хоп. Правая рука. И наверху делаем тот же switch. Хоп. Делается очень просто. Левая спереди, правая сзади. Правая ведется, левая выходит. Еще раз. 3, 4. Пам, 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 пам. Угу. Дальше. Поворачиваем голову влево. Хоу. При этом делаем степ ногами. Степ и слайд. Окей? То есть будет. Хоу. Это делается на два счета с затяжечкой. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. И дальше. Правая рука над головой, а левой мы как будто что-то двигаем от себя. И все это нужно одновременно сделать. Хоп, и теперь раз в одну сторону и два в другую. Отдельно об этих движениях. Правая над головой, левая отталкивает. Хоу. Угу. То же самое, только на другую руку. Левая над головой, правая отталкивает. Там. Окей, соединяем их вместе. Раз, два. Все вместе, вся связка. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Под музыку. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С вами был Total Electro Project. Всем спасибо за внимание.